сегодня у нас интереснейший гость Андрей Владимирович. Добрый день. Очень приятно. Как преодолеть мандраж перед соревнованиями? Ну, прежде всего я скажу, что здесь важна профилактика заранее. Прогнозы должны быть все заменены на планирование. Как все пройдет, никто не знает. Важно не то, что мне грезится, важно то, что я буду делать. Так как найти ту грань, когда ты себя можешь адекватно оценить? Не все спортсмены одинаковы. Прогнозы заменяем на планирование, требования заменяем на принятие. Я правильно понимаю, что вы клоните к тому, что после каких-то серьезных поражений все-таки тяжело вернуться на ту волну? Если люди возвращаются в спорт не потому, что они считают себя способными получить это первое место, а потому, что им больше некуда пойти, это они просто идут на заклание. Более чем исчерпывающий ответ. Да.